блокируете второй рукой, опа, и вот перегибаете, задерживаете, и в отдел полиции. Зарядка со стражем порядка. Химкинские школьники присоединились к всероссийской акции под эгидой МВД России. Она проходит уже пятый год подряд. Сотрудники правоохранительных органов и профессиональные спортсмены провели для ребят урок физкультуры. Сначала разминка, после основная нагрузка. Чемпион азиатской хоккейной лиги этого сезона Виталий Зацепилин показал ребятам, что клюшка и шайба бывают полезными не только на льду. Основам боевых приемов научил сотрудник полиции Сергей Трубин. С ребятами была проведена зарядка сначала, а потом наш сотрудник, участковый уполномоченный полиции, показал ребятам боевые приемы борьбы. То есть самбо, он показал, как можно освободиться от захвата, какие приемы используют полицейские в своей оперативно-служебной деятельности. Зарядку со стражем порядка провели в школе номер 27. Выбор не случайный. Именно в этой образовательной организации открыты профильные кадетские юридические классы.